1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Бронислав, 4-1 команда вела, но что случилось? Такая валидольная концовка. Я думаю, что про этой игре, если говорим, вся команда довольна только с 3 очка. Как мы сыграли, мы вообще, я думаю, что не должен быть довольный. Легенда довольная, легенда наша. Остановись! После этой победы, я думаю, что мы должны задуматься, должны поменяться и продолжать дальше на это. Игра, я думаю, нравилась болельщикам, нравилась всем зрителям. Ну, с профессионального уровня, я думаю, что «Зенит» не должен быть доволен. В прошлом матче здесь на стадионе «Локомотив» 0-3 выиграл, сейчас 4-1 проиграл. Настолько «Зенит» прибавил или чемпион настолько сбавил? Я думаю, что у нас в команде уже второй раз повторяется, что когда команда уже с 10 человек, у нас расслабляемся и недоработаем. Я думаю, что на всем этим маленьким вещам должны добавить. И если хотите сделать серьезную команду, если хотите сделать что-то там большого, нельзя такие ошибки повторять. Мислав, вот в первом тайме очень много ошибок слева совершил Эмиль Набиуллин, но было видно даже не профессионал. Насколько у вас вот все это злило, что постоянно приходилось? Я не думаю, что особенно один игрок делал что-то там плохого. Конечно, каждый из нас ошибается, мы команда, и результат считается про команду. И вообще, мое мнение, что у нас внутри команды никакие претензии к особенно футболистам. Ну, я думаю, что мы все знаем, сколько мы можем и сколько мы играли здорово с начала чемпионата. Сейчас уже меняемся как команда, я думаю, что это никому не нравится. Мы должны поменять голову и начинать работать сначала снова. Владислав, отгружать 5 голов дома здесь чемпиону России, это становится действующим чемпионом России? Ну, я думаю, что всем болельщикам, наверное, понравилась игра, она такая достаточно интересная была. Ну, с точки зрения, я думаю, профессионального футболиста, я больше бы любил, если бы мы эту игру выиграли 1-0 на 90 минуте. Бронислав, расскажите о ваших личных эмоциях. Для вас же это была особенная игра сегодня? Конечно, я всегда переживаю очень много, когда играю с «Локомотивом». И я уже про это много раз говорил. Я уважаю очень много «Локомотив». Я играл там 2 года, великолепный, был доволен, был счастливый. То же самое, как сейчас в «Зените». Всегда переживаю, но это профессиональный уровень, ничего, никакие эмоции не должны показать на поле. Спасибо. Спасибо вам.